Всем большой-большой привет! Меня зовут Таня, и в сегодняшнем видео я снова поделюсь с вами своими покупочками с сайта Wildberries. Первое, что уже поставила в кадр перед вами, это попросила меня заказать моя дочка вот такую игрушку. Где-то она у кого-то увидела, ей понравилось, и ей тоже стало надо. Это котик Кигуруми, правильно он называется, стоил 400 рублей. Ссылки, девчонки, как всегда, я все оставлю. Можете заходить смотреть. Такая вот мягкая игрушка в виде котенка. В капюшончике расцветки абсолютно разные, капюшончики тоже разных животных. У нас тут получается курочка какая-то или петушок. Цвета тоже разные, немножко разные у них дизайны, но в целом вот так они выглядят. Но это тоже игрушка сейчас популярная, и я думаю, что многие ее знают. Также здесь есть колокольчик, он звенит, и также у котика есть сумочка. Капюшончик вот этот не снимается, то есть он вот здесь вот у котенка пришит, и тут тоже, конечно, больше вот кроме сумочки ничего не снимается. Сзади есть маленький хвостик, и выглядит вот так. Выбирала она сама, выбрала именно вот такого вот желтенького, поэтому мы взяли такого. Повторюсь, что стоил 400 рублей, ссылочки все найдете внизу в описании к этому видеоролику. Так, дальше решила порадовать еще своего настоящего кота. Смотрю, сейчас девчонки все заказывают кошачью мяту. И решила я тоже ему взять. Вот такую выбрала. Их там огромное количество, и цены немножко разнятся. В общем-то, можно выбрать кому что. Лакомство с кошачьей мятой. Это такой шарик. Я взяла именно, который идет на липучке, который можно приклеить. Также они просто шариками, вот самими этими продаются. Давайте сейчас открою. Стоил 105 рублей. Ну и вот так вот выглядит сам шарик. В общем-то, он, как я и сказала, здесь сзади с липким слоем, то есть чтобы можно было как-то вот так куда-то к стене прилепить, и чтобы питомец мог подходить и его облизывать. Подходит для всех кошек, чтобы выводить шерсть из организма, помогает. Вот так вот и он его будет лизать, и шарик будет вращаться. В общем-то, здесь был защитный колпачок еще. Не знаю, оценит ли мой кот. Если что, девчонки, где-нибудь здесь на экране пропишу. Следующая моя покупка — это женская футболка. Приходит все именно вот так запаковано, как я вам показываю. Ничего еще не доставала, не примеряла. Но вот после ролика сразу пойду и примерю. Думаю, что все будет нормально, потому что размер взяла 48, стоила 296 рублей. Цены, как всегда, подписала. И вот так вот выглядит футболочка. Взяла почему? Потому что бюджетная цена, качество хорошее. Горловинку мне хотелось такую по типу мужской, чтобы не слишком открыто здесь было. И вот решила взять цвет оранжевый, тоже интересный. Оранжевых футболочек у меня нет. Так, давайте, что еще тут поближе из информации вам покажу. Футболка женская, цвет оранжевый, размер 48, хлопок 100%. Страна производства Узбекистан. Все очень даже презентабельно за такую бюджетную стоимость. Здесь вот тоже этикеточка аккуратненькая, ничего не помято. И все свернуто вот так тоже довольно-таки аккуратно. Посмотрите, какой цвет, какая футболочка. Мне кажется, камера все правильно передает. Она довольно длинная, не приталенная, никакая не расширенная, просто прямая к низу. Шовчики давайте вот тоже поближе вам покажу. Мне кажется, прошиты. Ну, вообще вот прям смотрите. Идеально. Я, кстати, возможно, у этого продавца что-нибудь еще возьму, потому что я вот сейчас смотрю, трогаю, и мне кажется, что качество супер. Посмотрите, ни одной торчащей ниточки нету. Давайте еще вот здесь вот покажу, на рукаве как прошито. Ну, посмотрите. Я прям очень довольна. Возможно, да, скорее всего, я что-то еще у этого продавца повторю. Так что имейте в виду, размеры там есть разные, и расцветки, конечно же, тоже. Следующая покупка — это вот такие увлажняющие носочки для ног от Funny Organix. Давно уже на них смотрела, ждала более выгодную цену. Самая бюджетная, которую цену я на них видела, это 378 рублей. Когда такую увидела, решила брать. Обычно они больше 400 рублей стоят. В общем-то, здесь 3 упаковочки по 40 грамм. Это такие одноразовые маски для ног. Срок годности хороший. Так, и давайте поближе информацию. Вот здесь вот вам покажу расслабляющие спа-носочки. Действенное средство салонного ухода за кожей ног в домашних условиях. В общем, смотрите, способ применения. Нужно тщательно помыть и высушить ноги, надеть масочку на 20-30 минут. снять носочки и остатки сыворотки равномерно распределить по коже до полного впитывания. Вот такая вот информация. Это я, знаете, уже готовлюсь к зимнему периоду, потому что знаю, что, в принципе, зимой у меня такая проблема сухости ног бывает, поэтому пусть будут, буду зимой обязательно такие масочки делать. Если кто-то уже пробовал, делитесь. В принципе, отзывы, я так почитала, неплохие, но я взяла впервые. Дальше покажу такую интересненькую позицию своего заказа. Приходит все вот так запаковано. 371 рубль цена. И это два аромата от Love Is. Давно тоже уже на них смотрела, потом как-то удаляла из корзины. И тут, когда увидела хорошую цену, обычно они тоже рублей 500 стоили, а тут 370. И думаю, ладно, возьму. Здесь два аромата по 15 мл. Кстати, упаковано все очень хорошо, то есть вы сами видели, как все это пришло. Ну и плюс здесь вот еще дополнительно, смотрите тоже, как это упаковано. То есть на подарок кому-то подарить, мне кажется, милое дело. И внутри сами флакончики уже выглядят вот так. Ну, прелесть. Они, кстати, есть и в больших объемах тоже. Но я вот на пробу как раз-таки взяла себе именно маленькие объемы. Так, вот первый и второй. Мой наборчик называется «Вишневая страсть», который выбрала я. И там еще есть второй, какой-то другой. В общем, почему мой называется «Вишневая страсть»? Потому что, конечно же, здесь один аромат с нотами вишни. Это вот этот вот. А этот, по-моему, какой-то цитрусовый. Сюда входит много разных цитрусов. Я уже нанесла эти два аромата. Кстати, они мне очень понравились, хотя отзывы были противоречивые. Кто-то писал, что ерунда полнейшая, не берите. Но мне вот было очень интересно. И, кстати, вот этот, это приторно-сладкий аромат действительно вишни. А вот этот, это такой прям свежий, какой-то порошково-кондиционерный, такой жвачный, может быть, аромат с нотками цитрусов, действительно. Но мне очень понравились. Я не знаю, конечно, какая у них будет стойкость. Два вот таких аромата по 15 мл, но потестировать мне было интересно, и я вот о покупке абсолютно не жалею. Если вдруг кто-то брал что-то из серии Love Is, то тоже напишите, как вам. Не знаю, мне очень понравились, причем оба. Ну и дальше покажу несколько декоративных позиций. Очень уж мне захотелось, и я не стала себе отказывать. Первое, что взяла, это вот такой бальзам для губ. Приходит вот так в пупырочку упакован. 236 рублей стоимость. И это бальзам для губ «Сова золотая». Клубника 3,5 грамма здесь объем. И вот так вот внутри выглядит сам бальзамчик. Вот такая упаковочка. Ну скажите, прям милая-милая. Знаете, девчонки, вот я почему взяла? Потому что смотрю, что многие показывают свои бальзамы для губ вот в таких интересных упаковках, с интересным оформлением. А у меня нет ни одного такого. И я думаю, ну почему бы мне тоже не взять? Конечно же, он заляпывается. Вот, очень захотелось, решила взять, чтобы хотя бы один у меня был. Так, поближе информацию. Это Гурмандиз, бальзам для губ «Сова золотая», клубника. Пахнет действительно клубникой, я уже открыла, понюхала. И вот так выглядит сам бальзамчик. Свотч я делать не буду, все равно цвет он практически на губах давать не будет, поэтому обычный, в принципе, бальзам. Единственное, вот за что его можно взять, это за вот такую красивейшую упаковочку. Они, кстати, представлены разных цветов, эти совушки. Поэтому, если интересно, заходите, смотрите. Дальше попалась мне на глаза вот такая интересная кисть. Я ее решила взять именно из-за формы, потому что таких кисточек у меня нет. Стоила тоже бюджетно 150 рублей. Поближе покажу название марки. Это кисть для подводки глаз и бровей. Производство, конечно же, Китай. И давайте сейчас распечатаю. Она, кстати, здесь внутри еще, смотрите, дополнительно упакована в такой пластиковый контейнер. Приятно, что она так запакована. И давайте откроем, посмотрим кисточку поближе. Вот, смотрите, какая у нее форма. У меня нет таких кистей. Но она довольно-таки мягкая. Я не знаю, подводку именно удобно ли будет ею наносить. Но вот тени на нижнее веко ею точно будет наносить удобно. Пока что мне нравится. Все равно мне было интересно, потому что именно такой формы кисточки у меня еще не было. Очень много раз мне в рекомендованном выпадала вот такая вот жидкая подводка, но я всегда ее игнорировала и в обзорах даже уже ее видела. Но как-то мне не хотелось, но тут почему-то я поменяла свое мнение, и мне очень захотелось взять эту подводку. Отзывов там просто неимоверное количество. Это популярнейший товар на Wildberries. И, в принципе, у меня нет вот таких вот жидких подводок, поэтому я решила взять. 314 рублей она стоила. Это подводка от TopFace. жидкое. И давайте будем открывать. Упаковано приходит отлично. Вы видели сами, что в пленке. Далее это все в пупырке. И вот идет вот такая коробочка. 3,5 грамма сама подводка. Информации на русском языке, наверное, здесь нет. Только вот гелевая подводка для глаз. Поверчу, покажу вам, что тут есть. И давайте посмотрим саму подводочку. Упаковка, конечно, такая достойная, как мне кажется, что тоже и на подарок даже можно подарить. Здесь, по-моему, в комплекте также идет кисточка, да, вот такая вот. Но ею я пользоваться, скорее всего, не буду. Буду пользоваться своими кисточками. И давайте посмотрим саму подводочку. Вот так она выглядит. Здесь еще, смотрите, защитная пленочка. Прям все как полагается. И будем смотреть оттенок. Конечно же, он у меня черный. Ну, давайте попробуем для сводча нанести вот этой кисточкой, которая была здесь в комплекте. Просто показать вам цвет. Но ею, конечно, тоненькую линию, мне кажется, сложно нарисовать. Вот такая подводочка. Самое главное, чтобы она быстро сохла и не растекалась. Оттенок, кстати, вам не показала. У меня 001 Black. И здесь 3,5 грамма. Вот так еще раз выглядит, вам покажу. Так, и еще очень давно засматривалась на жидкие тени от Vivienne Sabo. Тоже не так давно у них выходили. И, наконец-таки, вот решила взять один оттеночек себе матовый. 311 рублей стоимость на момент заказа. Так, что из информации вам здесь показать? Оттенок у меня 0,5. Срок годности до ноября 2025 года. Тут, конечно, Wildberries нам заклеил название этой линеечки. Но сейчас я попробую открыть, все это отковырять и к вам вернусь. Смотрите, девчонки, какой миленький флакончик. Он такой маленький, аккуратно как-то так сделан, интересно. Здесь вот написано Vivienne Sabo. И оттенок этот я тоже хотела, смотрела на него. Мне такое нравится, подходит такой тауповый оттенок. А здесь, кстати, 5 мл объем. И давайте все-таки оттенок уже посмотрим. Вот такой вот он розовато-лиловый, с бежеватым каким-то подтоном, но и розовинка в нем тоже есть. Давайте еще издалека вот так вот покажу. В общем, такой серо-розовый тауповый оттенок. И последний на сегодня товар, это будет палеточка теней, тоже давненько на нее засматривалась. Она такая простая, каждодневная, с незамысловатыми такими оттенками, но очень мне нравится, тоже привлекла. Как бы моя гамма именно в этой палетке, поэтому решила все-таки взять. 376 рублей цена на момент заказа, приходит вот полностью упакована в пупырку. И это палетка от Catrice, давайте покажу поближе. Вот название именно моего оттенка, который я выбрала. И поближе еще здесь информацию тоже вам покажу. 5 в одном, палетка мини, вес 4 грамма у всей палетки и страна производства Китай. Срок годности тоже хороший, до конца января 2026 года. То есть косметика свеженькая. И давайте посвотчим. Вот такие вот свотчи у меня получились на данную палетку. Кстати, по первому вот нанесению мне палетка очень понравилась. Оттенки не сыпятся, не пылят. Переносятся просто вот с одного мазочка, только вы прикоснулись. Они нежно так ложатся на кожу. То есть вообще прям вот ровненько, идеально, хорошо отдают свой цвет. И матовые, и вот сатиновые оттенки прям замечательные. Давайте еще раз поближе палетку саму вам покажу. И вот так вот свотчи. Качество прям на высоте. Это, кстати, закос под Наташу Денону, потому что у меня Наташа Денона есть, и оформление это вот именно у нее такое. Только здесь это мини-вариант, такой формат идет. И, кстати, качество вот, ну, прям супер. Палетка на каждый день, вот абсолютно на работу ходить. Отлично прям подойдет. Не знаю, я рекомендую, мне очень понравилась эта палетка. Я буду пользоваться ею с большим удовольствием. На этом сегодняшний обзор покупок у меня завершен. Пишите, кому что понравилось из этого обзора. А я на этом буду с вами сегодня прощаться. Всех благодарю за внимание, за просмотр, за ваши комментарии, за обратную связь. И всем пока-пока. До новых встреч. уже отключилась, девчонки, попрощалась с вами, но решила протестировать и тени, и подводку. То есть вот пока ролик снимала, здесь уже все высохло, и решила проверить, будет ли это все дело размазываться. Ну и вот смотрите, тени застыли. Абсолютно они не скатываются, не размазываются. И точно так же подводка. Вот. То есть качество, мне кажется, хорошее. Конечно, я уже тут немного натерла, потому что я уже и без вас тут сижу, тру, и еще при вас, но в принципе она стойкая. Вот так вот просто вы ее не смажете. И тени тоже. Поэтому вот смотрите, имейте в виду. Теперь уже точно всем пока. Всем до новых встреч.